Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 13.6 Beta 3. Итак, что же в этой новой iOS? В этой новой iOS пофиксили баги, как всегда, повысили автономность, производительность и так далее. Но самое главное, добавили в настройках обновления о том, что нам нужно выключить подпункт, еще один. Обновление, то есть не будет накатываться тогда, когда зарядится ваше устройство. То есть, как бы таких новых фишек больше нет. Как с автономностью, но с автономностью у нас как бы на прежнем уровне, как и было, состояние аккумулятора 95, то есть как бы мелкий фриз все-таки есть, как бы там не было, еще стремиться есть куда, а то, чтобы система была более стабильной. Вот у нас первый фриз, и вот у нас небольшое залипание дальше. Вот так вот мы можем проверять любую версию iOS. И можно говорить, багованная она или более стабильная. В принципе, все так работает, классно, вы смотрели уже, здесь я нареканий никаких не вижу. Новые фишки я вам объясню. Стоит ли обновляться? Нет, ребята, ждем. Вот у нас 22 числа будет презентация WWDC в онлайн режиме. Вот там нам, скорее всего, до этого времени выйдет релиз iOS 13.6. И нам уже дадут либо же в этот день, либо же на следующий день iOS 14. Так что все ждем, и я ее себе поставлю, буду тестировать ради вас, покажу все новые фишки. И уже, скорее всего, это будет на 10 iPhone. То есть перехожу на 10-ку. Постепенно, постепенно так мы дойдем до чего-то более современного. Вот как-то так. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!